мы сейчас находимся в мемориальном комплексе, посвященном 11 сентября в Нью-Йорке. Как мы можем видеть, сохранился памятник сфера, раньше расположенный между двумя башнями-близнецами. Вот это сам вид на мемориальный комплекс. Мемориальный комплекс представляет собой музей 11 сентября, дубовый парк, и на месте башен-близнецов располагаются самые большие искусственные водопады США. А вот это грушевое дерево, уцелевшее дерево после теракта 11 сентября.